Вы пойдете на улицу и сразу начнете разбираться в людях. Я советовать не буду. Это просто бесполезно. Видеть то, чего нет на самом деле. Шанс схватить паранойю достаточно высок. Выберите другой путь, потому что обратного пути уже не будет. Всем привет! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале Mental TV. Здесь я изучаю невербальное поведение человека и стараюсь сделать вашу коммуникацию немного безопаснее. Перед тем, как подготовить выпуск, я решил провести голосование в группе ВКонтакте о том, на какую тему вам интересно было бы услышать следующий выпуск. И наибольшее количество голосов набрала тема «Как разбираться в людях». Ну, если вам действительно это интересно, то смотрите выпуск целиком. И если вы будете придерживаться всех тех советов, о которых я буду здесь рассказывать, то ваша жизнь уже не станет прежней. Только не думайте, что все будет так просто. Ну, разбираться в людях – это, безусловно, полезный навык. Но сейчас большую часть жизни мы проводим в интернете, совершаем покупки, выбираем разные товары. Уверен, что многие из вас, да и я время от времени, попадаемся на недоброжелательных продавцов, завышенные цены на товар и другие негативные моменты. Поэтому, чтобы иметь преимущество над продавцом и не оставаться в дураках, я предлагаю воспользоваться расширением для браузера AliTools. С помощью него вы получите доступ к динамике цен, сможете получать уведомления о снижении стоимости, смотреть фото и видеообзоры товаров и многое другое на торговых площадках AliExpress, Banggood, JD и JRBest. Это не кэшбэк-сервис, это просто полезный функционал, который делает наши с вами покупки безопаснее и эффективнее. Ссылку на него я оставлю в описании. Возможно, вы думаете, что я сейчас расскажу какие-то конкретные шаги, которым вам надо следовать, и вы пойдете на улицу и сразу начнете разбираться в людях. Возможно, некоторые блогеры или авторы так и делают, из-за чего у вас сформировалось ложное представление и восприятие материала. Но я хочу вам дать те методы и способы, которые будут максимально научны и практически применимыми. И при этом не обязательно иметь образование психолога. Для начала я хотел бы сказать, что не стоит изучать, если вы решили изучать поведение и характер человека. Это такие дисциплины, как НЛП, физиогномика, графология и уж тем более эзотерика, хиромантия или экстрасенсорика, не дай бог. Все дело в том, что вы до сих пор не найдете ни одного научного исследования, которое бы подтверждало работоспособность этих направлений. Все, что вам может показаться рабочим, это субъективное восприятие с рядом когнитивных искажений. Сейчас ходит много теорий в защиту физиогномики, например, появляются разнообразные исследования, но до сих пор официальных научных данных и работ по этой теме нет, поэтому мы не будем рассматривать это направление. Касательно субъективного опыта, да, я согласен, что есть определенный набор манипуляций, теории убеждения, разных так называемых психотехнологий, которые могут работать конкретно у вас. Это зависит от манеры говорить, вашего личного опыта, коммуникативных навыков, расставления акцентов и вообще от многих различных факторов, которые присущи конкретно вам. Они могут у вас работать, но не обязательно будут работать у других. При этом этот субъективный опыт не обязательно может иметь какие-то научные подтверждения или исследования. Но я в этом видео хочу дать именно те способы, которые будут работать у всех людей, которые изучат и подробнее разберутся в этой теме. Итак, без серьезной теоретической части никуда. Если вы решили серьезно овладеть навыком профайлинга, чтения человека и вообще научиться разбираться в людях, для этого нужна серьезная теоретическая база. Для начала вам необходимо овладеть такими дисциплинами, как эволюционная психология, которая занимается изучением психологических особенностей человека, социобиология, которая объясняет социальное поведение живых существ, которые выработались в ходе эволюции, психогенетика изучает психические и психофизические свойства человека, как наследственность и среда играют в формирование психологических свойств человека, когнитивных и двигательных функций, темперамента. Также когнитивная психология, антропология, этология, нейрофизиология и нейробиология. Вот базовый набор книг, который поможет лучше освоить эти дисциплины. Эдвард Уилсон «О природе человека». Джек и Линда Палмер «Эволюционная психология. Секреты поведения». Борис Мандель «Психогенетика». Роберт Соусо «Когнитивная психология». Ричард Левотин «Человеческая индивидуальность, наследственность и среда». Крис Фрид «Мозг и душа. Как нервная деятельность формирует наш внутренний мир». Ссылки на научную литературу я продублирую в описании. Это для тех ребят, кто решил подробнее ознакомиться с темой поведения человека. Это научная база.
Таких книг много, и вы можете найти это самостоятельно в интернете. Теперь перейдем непосредственно к тем книгам, авторы которых аккумулировали информацию из разных научных источников и подтвердили это своими личными наблюдениями, исследованиями и предоставили это в доступном и простом виде для вас. Эти книги я считаю базовыми, их должен прочитать каждый, кто хочет научиться разбираться в людях. Дезмонд Моррис, «Библия языка телодвижений». Возможно, некоторым из вас покажется начало книги довольно примитивным, где он разбирает жесты эмблемы, то есть что значит тот или иной жест в разных странах и культурах. Но, как я считаю, прежде чем решить математическую сложную формулу, для начала необходимо понять, что значат цифры. Тем не менее, книга набирает обороты, и потом раскрываются те моменты, о которых многие не знали. Джон Навара, я вижу, о чем вы думаете. Бывший агент ФБР, основываясь на научные исследования, личный опыт и свои наблюдения, предоставил информацию в простом и доступном виде. Эта книга написана простым языком, и я ее советую практически всем, кто только начинает свой путь в изучении человека. Также по теме невербальной коммуникации хочу еще посоветовать книгу Марины Бутовской, этолога и антрополога «Язык тела, природа и культура», где обозреваются эволюционные основы невербальной коммуникации человека и рассматриваются современные теории и научные исследования эволюционной психологии. В книге будет достаточно много ссылок на научные исследования, и, возможно, некоторым из вас это не покажется простым, но и не говорил, что будет легко. Также есть книга Алана Пиза, наверняка многие из вас ее читали, но эту книгу я советовать не буду, так как в содержании довольно много противоречивых моментов. Однозначность выводов, субъективный опыт на основе буквально пару ситуаций, игнорирование контекста и многие другие несостыковки. Безусловно, спасибо Алану Пизу за популяризацию темы языка телодвижений. Я в свое время тоже читал его книги, когда только начинал. Но если вам интересно изучать тему поведения человека более профессиональном уровне, а не на бытовом, такие книги лучше избегать. Также стоит посоветовать книги не менее популярного Пола Экмана, который провел масштабные исследования в эмоциях человека. Если вам интересно понимать, что человек чувствует по лицу, когда он врет, когда подавляет те или иные эмоции, как они проявляются, то эти книги, безусловно, вам будут полезны. «Психология эмоций», «Психология лжи» и «Узнай лжеца по выражению лица». Это основная теоретическая база, с которой необходимо ознакомиться. Безусловно, книг очень много, но для начала будет достаточно. Книги, теории – это хорошо, но все прекрасно понимают, что без практики это просто бесполезно. Поэтому перейдем к практическим советам. Во-первых, чтобы разбираться в людях, для начала необходимо разобраться в себе. Анализируйте свое поведение, давайте обратную связь своим поступкам и поведению. Находясь в той или иной ситуации, например, при общении, задавайте себе вопросы, почему я поступил именно так? Что заставило меня сделать тот или иной жест, выбрать такую позу? Когда вы солгали или утаили факты, попробуйте проанализировать свое поведение и запомнить это состояние. Возможно, в будущей ситуации, например, при общении, кто-то поведет себя похожим способом, и вы найдете корреляцию между своим прошлым опытом и его настоящим поведением. Так вырабатывается интуитивный профайлинг. Отсюда следует второй пункт – развивайте интуитивный профайлинг. Он вырабатывается за счет набора практики и опыта в общении. Чаще общайтесь с новыми людьми, не только со знакомыми или друзьями. Сравнивайте это с прочтением книг. С каждой новой прочтенной книгой вы получаете новые знания, опыт, понимание в чем-либо. Так и в общении, когда вы общаетесь с новыми людьми, то получаете новый опыт общения, новые выводы и новое понимание ситуации. И используйте этот опыт в будущих ситуациях. Ну, банальный пример. Вы идете вечером по темному переулку, и на вас напал грабитель. Наверняка в следующей ситуации, когда вы столкнетесь с выбором идти по этому темному переулку или нет, вы уже на основе будущего опыта либо выберете другой путь, либо возьмете с собой средства защиты. Так работает и в общении. Получив определенный опыт в прошлом, вы на основе его сделаете выводы и используете в будущих ситуациях при общении с людьми. Спрашивайте. У многих, кто изучает профайлинг, вначале появляются проблемы, что они не могут объективно оценить правильность своих выводов и насколько они верны. Если вы сомневаетесь в том или ином моменте, не бойтесь спрашивать у человека напрямую. Например, когда я до сих пор сомневаюсь в своих выводах, я напрямую спрашиваю человека, что он чувствует. Либо для пополнения багажа знаний по психологии поведения я могу спросить у человека, почему ты поступил именно так? Что ты чувствовал в этот момент? Конечно, человек может и солгать, он не всегда будет говорить правду, но на основе этого можно сделать определенные выводы. Например, человек сидит, скрестив руки.
Не торопитесь делать вывод о том, что он не уверен в себе или ему дискомфортно. Спросите, возможно, ему просто холодно, и от этого уже отталкивайтесь дальше. Не зацикливайтесь. При изучении темы поведения человека есть вероятность вести себя таким образом, что вы будете видеть то, чего нет на самом деле. Читать каждое движение, каждый жест и давать надуманные и стереотипные выводы, которые сформировались после прочтения книг. Да, в этом есть риск, поэтому решите на берегу, необходимо ли это вам, потому что обратного пути уже не будет. Поставьте для себя цель и задачу, для чего вам эти знания. Расположить к себе человека для работы или для развлечения и использования повседневной жизни. Если последнее, то шанс схватить паранойю достаточно высок, нежели у тех, кто четко имеет представление и задачи, для чего эти знания. И есть возможность холодного включения и выключения этого навыка только в тех ситуациях, когда это необходимо. Это основные правила, которых необходимо придерживаться, чтобы научиться разбираться в людях. Безусловно, нюансов в практике, книгах и другой информации очень много. В один ролик не уместишь. Оно вам и не надо, потому что будет каша в голове. Если хотите продолжение этой темы, то ставьте лайки, чтобы я понял, что вам это интересно. Также напишите в комментариях, с какими трудностями вы сталкиваетесь при общении с людьми. Если не хотите пропустить новое видео, то подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Подписывайтесь на все наши социальные сети. А на сегодня это все. Следите за людьми и не оставайтесь в дураках. Скоро увидимся.